Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и мы продолжаем нашу игру Mafia Mafia. Новая, которая. Подписывайтесь, ставьте лайки, ваши комментарии, задавайте вопросы, и вообще, мы продолжаем игру, и у нас глава небольшая халтурка. И мы продолжаем. Что же делать? В общем, по идее, у нас там контент там еще чуть-чуть осталось совсем. Найди менеджера! Я что сказал? Это ограбление банка, кстати. Если кто шевельнется, начну стрелять. Уже. Найдите менеджера. Все хотим вернуться домой живыми и обнять своих детишек, так? И чтоб без героизма сегодня. Я не шучу, все меня поняли. И ведь именно сегодня. Что я ты не делаешь? Хочу умирать. Пожалуйста, не трогайте нас. Погнали! За мной! В хранилище! Сделаю все, что скажете. Обойдемся без жертв. Идем. Проводите менеджера под прицел. Давай, шагом марш. Эй! Не шевелись! Когда я нервничаю, у меня палец на курке дрожит. Прошу! Нет! Когда мы с коллегой заберем деньги, вы сможете уйти! Все пройдет очень быстро. Шагай давай. Давай шагаешь. Быстрее. Вам нравится унижать того, кто слабее вас? Слушайте, я просто люблю деньги. А ты, парень, останешься жив, если не будешь дурить. Сколько там охранников? Один. Он будет стрелять? Нет. Я не знаю. Если увижу пушку, застрелю его. Так что скажи ему, чтобы не рыпался. Все в твоих руках. Все идет по плану? Менеджер охотно идет навстречу. Каждый делает то, что должен. Верно, приятель? Шагай давай. Вам это с рук не зайдет. Вы пожалеете. Давай, ты лучше о себе подумай. Если хочешь дожить до выпускного своей дочки, держи руки так, чтобы я их видел. И охраннику прикажи. Запомни, когда встретим охранника, прикажешь ему положить ствол на пол. Понял? Слушай меня очень внимательно. Сейчас ты положишь свой... Бейте его, парни! Стреляйте! Снять его! Один из наших мертв! Мочи его! И из наших улиц! Ну, вроде бы все. Возьмите у менеджера ключ. Ключ давай. От хранилища на столе. Не нужно убийств. Я не хочу умирать.
Господь милосердный. Хорош тут ныть! Вот сука! Копы уже здесь! Валим! Бери бабки, пора валить. Садись. Давай, давай! Куда? Куда хочешь, сбрось копов! Еще один громила на подходе! Томми, сзади! Погнали, сваливаем, сваливаем. Где я сейчас тут меньше?
засекли его. Судя по докладам, уже окружают. Постав на центральном острове. Подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Куда теперь? Клуб Палермо. Клуб Сэма? Ну да. Сейчас там никого. Если он не узнает, вреда не будет. Погнали, погнали. Палер. Срочно! Новости из-за границы! Мы спокойно сейчас доедем, и всем будет у нас хорошо. Прекрасно, блин, таксисты чего? Том, еще чуть-чуть! Мы почти сделали это! Вот именно что почти, Полли. Дело будет сделано, когда у меня сердце перестанет колотиться. Да это нам боком вылезет. Получилось? Нихера себе, мы это сделали! Мы богаты! Мы богаты! Да не кричи ты, не радуйся раньше времени. За старые добрые! Давай. Расходимся. Ну что, до завтра? Если я не буду на Гавайях! Да ладно! Шучу я. Я бы не провернул это без тебя, приятель. Иди домой. Отпразднуй с Сарой. Утром заходи ко мне, поделим бабки.
Да, ладно. Удачи. Что-то я сомневаюсь. Я думаю, свалит. Этого подставит. Небольшая халтура. Что ж, на этом с вами я прощаюсь. С вами был Вадим Сена, игра Мафия. До скорого, всем удачи, всем пока.